Делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, Джек и Игорь, и добро пожаловать в новую серию Скорострелы в Мэнсру. Здорово. Всем ку. Здорово! Мы, начиная с этой серии, будем модернизировать наши карты, ребята. Как видите, у нас там башня есть. Кто первый заберется на башню, тот и заберет себе снайперку, понимаете? У нас сегодня будет... Счетчик киллов у нас сегодня будет. Много всего интересного. Поэтому, если вы хотите, чтобы серии скорострелов выходили еще чаще, ставьте лайкусики. Если наберем много лайков, то я обещаю то, что следующая серия выйдет как можно скорее. Поэтому ставьте лайки, вы же все скорострелы, так же, как и мы. Там золотая снайперка. Ты уже подсмотрел, да? Ну все, пацаны, тогда давайте разбегаемся на свои базы. Давайте, быстрее. Ну что, пацаны, начинаем. Все готовы? Да, давай. Раз, два, три, поехали, сейчас можно. Ага. Пацаны, а как... Пацаны, мне построил ловушку здесь. Как надеть глушак или вот типа всякую такую хрень? А, букву М нажимай. Так. Все, я нашел все пушки, пацаны. Сколько у нас оружия вообще? Много. Да, три оружия. Дебил. Кто стреляет? Стрельба! Вот так вот! Ага. А что, будет записываться, что типа? Да, все будет, давайте проверим. Опа! У Игоря одна смерть. Скажи мне честно, Игорь, ты мне автомат положил? Да. А почему его нету нигде? А почему? Пацаны, а почему все забыли то, что наверху есть снайперка? Здорово, ёпты. В смысле снайперка? Я вам говорил, на башне есть снайперка. Дебил, когда ты говорил? Я говорил. Игорь еще проверял. У меня нету автомата! Ну шо, пацаны, ну шо. Так, снайперка есть. У меня автомата нету, мне Игорь обделил. Да блин, обделил. У меня реально его нету. Да пожалуйста, в страху, я автомат ищу. Снайперка 10 патронов, снайперка 10 патронов. Пацаны. Дебил. У кого в конце больше всех будет смертей, тот и проиграл. У Игоря уже 6. Здорово! У меня патронов нет. Игорь, собака! Слышь ты, ёпты! Игорь, ёпты! Я на тебя две... О, падла! Сам такой. Сам такой. Дебил! Вот так вот. Падла! Падла! Да, точно! У тебя неуязвимость, да? Я только возродился, как бы, я виноват, что ли? я тебя тоже убил, все нормально. Да, все под контролем. Пацаны, а где вы? Здорово! Не ожидал он меня. Тогда не вылезти! Ай! А почему ты меня с этого удара убил? Потому что у меня снайперка! Так-то и так вот. Все понятно. Снайпер, ёпты. Ёпты, снайпер. Слушай, я 10 раз тебя выстрелил, 10 раз... Вы оба умерли. Да? Да. Ну, Игорь, ты и лох, конечно. Собака! Вот именно, собака! Я ему то же самое говорю. Здорово, Жека. Я ничего не понял. Алло. Ты где пропадал, Игорь? Алло. Я там отходил, пацаны. А ты отходил? Нормально. Килов или смертей? Уже кивай 17 смертей. Плюс одна. Так-то. Это месть. Ну вот я убиваю Игоря, сзади подходит Эдис и меня убивает. Это что за... Я в тебя попал! Как ты не умер? Фух. Я патроны закончился, допустим. Не,
Минус 2, по СНП, минус 2. Ах, так, сиди тут там. Хорошо, хорошо. Да ты падла! Воздухи, воздухи убил! У меня тоже! Ну все, зашибись, больше этой хрени не будет. Так, пацаны, какой счет? У Жеки 28 смертей. Что за фигня? Кто убил? Ты чё там крутишься? Да у меня нет на автомат патронов. Да иди тут, пень! Да как же выжил? Ладно. Вот так вот тигр, вот так вот хотел Эксина скрысить, да, я тебя скрысил. Заснайпил, заснайпил. Да собака, откуда ты везде берешься? Куда не пойду, везде менты. Везде менты. Менты, конечно. Везде менты просто. Где Эдисон вообще? Ага, чё-чё. Вы можете мне объяснить хоть что-нибудь? Нет. Эдисон наверху на вышке, я точно видел его. На вышке? Да. Его нет на вышке. Да, я же говорю, он там. Ну что, пацаны, вы где? Сколько смертей? У Жеки 32. Ух, мы прям все... У Игоря меньше всего! Да, поэтому нужно бить Игоря. Бью Игоря! Я его с ножика... На, падла! Ай, меня убил. Мне кажется, Игорь немного 4 в геймоде. Будьте более экономными. Нет. Я укрылся, а мы с Одессом друг друга убивали, понимаешь? Ах так, значит, как у кого-то сейчас патроны, кстати, есть, и у Игоря они как раз кончились, и кто после накрылся? Смотри, значит, у него есть! Это были последние! Ну да. Ах... Снайперка по центре, снайперка, но только все, у меня уже патроны кончились. Смотри, последние патроны горит, последние горит. Да, последняя обойма осталась, я просто не знаю. Смотри, видишь, у него на автомат куча патронов теперь. Все, он выиграл, Эдисон. Да, потому что он экономный. Может, хватит? Вот смотри, Все, закончились, я убегаю. Ах, у тебя самого есть. Ну, у меня на пистолет еще немного остались. Привет, пацаны. Дебил! Засунь себя срать в эти патроны, уже заколебал! Он обманщик. Да смотри, он обманщик. Нереально огромная куча патронов, Эдисон. Да у тебя тоже, да, я так вижу? У меня на пистолет. Может, ты просто у кого-то украл, Жека, еще патроны, признайся. Нет, сейчас точно закончится, я сейчас перезаряжаюсь, но все время ноль. Ага, ну да, точно. Не, я правда говорю. И тогда точно, и потом точно, ну да, да. Сейчас прям точно. Так, Игорь лидирует. Иди нахрен, Игорь. Не можешь, давай, что дуэли, да? Да сейчас, это просто, это тактика. Так, тактическое отступление, нет. А у тебя еще патроны, да? А, нет? Нет, в смысле, я тебя просто ножика зарубил? Ты слева рубил? А, у меня шлема нету, ребята. Ну что, пацаны, что мы будем делать? Игорь закрысился там. Давайте, добивайтесь из смерти, давайте. Все, пацаны, я предлагаю на этом закончить. И смотрите, Игорь у нас на первом месте, который проиграл. И сидел и крысил. Ну что, я выиграл. Нет, а вот сейчас все. Ваш ранг на сервере 1, я, значит, выиграл. Ты, значит, проиграл, 42 смерти. Не
это 42 убийства. Нет, это 42 смерти. Ну что, пацаны, я предлагаю в следующей серии еще больше модернизировать нашу карту, и она будет такая, я вам обещаю. Поэтому давайте мы будем заканчивать прямо сейчас, садитесь. Уже, Игорь, в этой серии у нас ты проиграл, к сожалению. Я ни в чем не виноват. Ну, в следующей серии ты отыграешь. Просто посмотрите, видите, на мне шлем, он закрывает мне глаза. А, ну, а да, отмазки, отмазки, пошли. В общем, в следующей серии карта будет еще больше, чем сейчас, я вам обещаю. Поэтому ставьте лайкусики прямо сейчас, если хотите продолжение. Чем больше лайк наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем кис-кам-кис, всем пис-кам-пис. Пока.